Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Mule. Набор на 153 единицы инструмента. Код товара 58050. Наборы Mule — это полупрофессиональный инструмент, но он с успехом используется даже на СТО. То есть прошел, как говорится, тесты по выносливости и по крепости. Имеет положительные отзывы от клиентов, которые покупали, автомобилистов. Mule — это компания из Харькова. И давайте перейдем к инструменту, который у нас сегодня в видеообзоре. Поставляется он в яркой упаковке, такая картоновая, кейс черного цвета идет. Важная информация на упаковке — это 153 предмета в комплекте, 3 рабочих квадрата, 1/4, 3/8, 1/2. Есть знак «Высшая проба Украина», то есть имеет награды. И комплектация данного набора сзади на упаковке также имеется. Трещотки в наборе по 3 рабочих квадрата, 1/4, 3/8 и 1/2. По размерам трещоток под 1/2 255 мм, длина 3/8 200 мм и 1/4 150 мм. Рукоятки здесь идут комбинированные. Черный цвет пластик, рыжие вставки, идет резина. Надпись на трещотках: хром ванадий, хром ванадиевая сталь, материал изготовления трещоток. Трещоток, ну и инструмента в наборе. Две трещотки, 1/2, 3/8, вы видите, они изогнуты идут. 1/4 трещотка идет прямая. Трещотки идут на 72 зуба, мелкий шаг. Они разборные, выкручиваются три винта, можно обслужить, внутри смазать или заменить храповый механизм. Под трещотки в наборе идут головки. Головки шестигранные, общее количество по 3 квадрата 40 штук. Головки под 1/4 13 головок, 4 мм самая маленькая, самая большая у нас 14 мм, 6 граней. Головки под квадрат 3/8 10 штук, 10 мм самая маленькая головка и 19 мм самая большая, 6 граней. И головки под квадрат 1,2, 17 штук, 10 мм, самая маленькая. Кстати, 10 мм повторяется в квадрате 3/8 и в квадрате 1/2. И самая большая 32 мм в наборе. Вес головки 32 мм составляет 210 грамм. Надпись на головках: хром ванадий, хром ванадиевая сталь и 32 мм. В данном случае это размер головки. Головки Торкс. Общее количество 13 штук. Самая маленькая Е4 Торкс. Самая большая Е24. Головки длинные. Общее количество 18 штук. 1/4 квадрат, 3/8 и 1/2. Самая маленькая на 4 мм шестигранная. И самая большая 22 мм. Биты под квадрат 1,2 и под квадрат 3/8, здесь биты в общее количество 24 штуки. Они применяются с переходниками. 3/8 переходник и 1/2. То есть подключаете или трещотки, или воротки уже, в зависимости, как вам удобнее. Довольно большой набор бит. Торксы есть. Есть торксы с отверстием даже. Шестигранные, шлицевые и крестообразные биты. Биты под квадрат 1,4 расположены в верхней крышке. Общее количество их 30 штук. Также шлицевые есть. Есть крестообразные, торкс. Обычно есть торкс с отверстием и шестигранные. Эти биты можно применять или с отверточной рукояткой. Такая отверточная рукоятка, длина 150 мм. Ручка здесь из пластика. Получаем отвертку. Эту отверточную рукоятку можно применять также с трещоткой. Очень многие так делают. Получаем отвертку с реверсом.
Ее можно применять еще и с головками под квадрат 1,4 для трудодоступных мест. Карданы. Три кардана. 1/2, 1/4 и под квадрат 3/8. Карданы здесь скреплены металлическими штифтами. Они не разборные. Удлинители. Под квадрат 1,4, 2 удлинителя, 50 и 100 мм. Под квадрат 3/8 удлинитель 1, 150 мм. И под квадрат 1,2, 2 удлинителя, 125 и 250 мм. Удлинитель 250 мм также служит как Т-образный вороток. Такой переходник есть, насадка. Он называется переходник с отверстием еще. И получаем Т-образный вороток. С этим воротком срывать гайки удобно или докручивать, но не трещет. Этот переходник можно использовать для перехода с 3/8. Трещотка одевается. И можете использовать головки под 1/2. С трещоткой по 3/8. Есть также вороток под 1/4 Т-образный. Длина его 11,5 см. Свечные головки 21 мм, 18 мм и 16 мм. Все шестигранные. Имеют внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала. Набор Г-образных шестигранных ключей также есть. Ну и по комплектации все рассказал. Головки длинные еще не показывал. Общее количество головок длинных 18 штук, 4 мм. Самая маленькая под квадрат 1,4. И самая большая 22 мм. Общее количество здесь головок длинных 18 штук по 3 рабочих квадрата. Все, теперь по комплектации все. В данном наборе единственное, чего не хватает, это набора комбинированных ключей. Но его можно докупить отдельно. А так, в принципе, все для работы присутствует. И головки торкс, и биты торкс, и биты с отверстием, и 3 рабочих квадрата. И свечные головки также есть. По изготовлению самого инструмента, потому что когда вы открываете кейс инструментом, сразу видно качество литья данного инструмента, который находится в наборе. Здесь все хорошо отполировано, несмотря на то, что инструмент полупрофессиональный, но я вижу, что Миол не нуждается в рекламе, очень хорошие отзывы по нему идут. Материал изготовления хром-ванадиевая сталь инструмента. Инструмент имеет матовое защитное покрытие весь. И теперь по кейсу. Начнем с того, что как инструмент держится в верхней крышке. Потому что это очень важно, чтобы он не высыпался у вас. Здесь очень хорошо защелкивается все. И инструмент не выпадает при закрывании. Кейс состоит из двух частей. Две крышки. Скреплены они такими широкими зависами пластиковыми. Запирание кейса на горизонтальные защелки идут. Вот такие защелки, мне кажется, удобнее, чем обычные накидные. По габаритам самого кейса теперь. Вес набора составляет 8,7 кг. Это хорошо, очень плавно закрывается. И габариты кейса, ширина кейса 44 см. Длина с ручкой, ручка вот стационарная, она не слаживается. Длина с ручкой 37 см. Высота кейса 9 сантиметров. На верхней крышке есть логотип Миол. Миол инструмент. Пластик хорошо пружинит при нажатии пальцем. Имеется такой еще узор дополнительный. Поэтому, если вам нужен довольно богатый набор инструмента по комплектации, присмотритесь к наборам 58050. Мы рекомендуем к покупке данный инструмент. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал. До свидания.